1 сентября группа компании «Важная персона авто» совместно с ГИБДД города Твери проводит акцию «Я соблюдаю ПДД». I say the same thing twice, I'm awkward when I speak. Ain't got the perfect smile, don't turn heads on my street. Trying to be a superstar like everybody else. But being myself is something I do well. Расскажите, пожалуйста, чему сегодня учим детишек? Что сегодня будет происходить? Сегодня у нас Всероссийский день знаний, 1 сентября, и мы в горсаду вместе с нашими помощниками проводим вот этот вот веселый праздник для детей с тематикой безопасности дорожного движения. У нас сейчас конкурсы, это на знание правил дорожного движения. Мы раздаем подарки, сувениры, самое главное, удостоверение юного пешехода, которое именное. Ну и, соответственно, пригласили вот такую вот веселую зебру, как вы видите, которая радует глаз, которая веселит народ. А что это за документ? Удостоверение юного пешехода. Выдается каждому школьнику, правильно ответившему на все поставленные вопросы по правилам дорожного движения. The papers, I'm far from JLS. Ain't got the X factor, I'm not what they expect. But it won't be long before my... Ребят, ну что выиграли-то? На все вопросы, что ли, ответили? Смотрю, много подарков. Там. Так-то Ульяна вот отвечала, в основном я помогал. А всегда, кстати, на зеленый свет ты приходите, зебра? Да. Вообще да. Иногда нет, потому что машины иногда не соблюдают правила. Во как, понимаешь? Ладно, с праздничком вас, с 1 сентября. Ты всегда переходишь на зеленый цвет, зебра? Да. Да? Тебе понравилась сегодняшняя зебра? Он тебе приводил через дорогу? Да. А ты всегда переходишь на зеленый цвет, зебра? Да. Да? А сегодня зебра тебе помогал переходить? Да. Да. Понравилось? Да. Как твоих родителей зовут? Да? Вообще пропускаете пешеходов? Обязательно. Да? С детства. С детства. С 76-го года я за рулем всегда пропускаю детей. Всегда. Да. А вот вы сегодня на Тойоте. Почему именно Тойоту выбрали? Потому что все машины делятся на Тойоты и все остальные. Спасибо огромное. Счастливого пути. С 1 сентября же ужесточилось по поводу того, что если не пропустишь пешехода. Ну вот, в частности, если мы берем эти мероприятия, да, то это в первую очередь касается не предоставления преимущества пешеходам, штраф будет уже, точнее, 1500 рублей. Это нарушение ПДД просто пешеходам, самим пешеходам, не водителям, да, а человеком, переходящим через дорогу в неположенном месте, это будет штраф 500 рублей. И, соответственно, нарушение правил дорожного движения скутеристами, велосипедистами, это штраф 800 рублей. И плюс очень хотелось бы напомнить, что за детей отвечают родители. Родители, это очень важно.